списке десятки адресов, и по каждому проживает гражданин, имеющий существенную задолженность по имущественным налогам. Первый адрес и сразу неудача. Дверь никто не открывает. Судебные приставы вынуждены идти дальше, оставив уведомление собственнику. В квартире номер 96 снова не открывают, но здесь владельцев выдает любимый питомец, который лаем оповещает, что в этом помещении проживают люди. Документы о задолженности судебные приставы оставляют в двери, понимая, что как только они уйдут, должник выйдет и увидит бумаги. Это только первый шаг. Если имущественные налоги не будут оплачены, надзорные органы прибегнут к другим мерам. Выехать за границу, открыть счет в банке собственник уже не сможет. Федеральная служба судебных приставов. Доброе утро. Такие визиты вряд ли можно назвать приятными, но у каждого гражданина есть обязанности, пренебрегать которыми никак нельзя. Федеральная служба судебных приставов напоминает, чтобы утро было добрым, заплати налоги. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».